Тебе необходимо работать, с которыми ты быстро можешь достигнуть успеха. Azért kell leírnod a névsort. Поэтому ты должен написать свой список имен. Nem elég, hogy telefonon legyen. Тебе недостаточно, чтобы он был в телефоне у тебя записан. Satöbbi. И тому подобное. Mert mikor írod embert le a nevét. Потому что когда ты записываешь имя этого человека на бумаге, mivel foglalkozik, elérhetősége, чем он занимается, его контакты, ami fontos a névsor papíron, központilag is most már ilyen lesz, rajta van, hogy neki mi az érdeklődési köre, будет центрально издан список имен, где будет написано даже, чем он вовлекается, mi a nyomógombja, úgy hívjuk, точки соприкосновения мы называем. Amikor ezeket lefele, szellemi síkon foglalkozol azzal az emberrel. Когда ты это пишешь, ты уже на уровне духовности уже соединяешься с этим человеком. Mert mikor az első kiválasztás is, hogy te is akarj vele dolgozni. Потому что первая точка соприкосновения это то, чтобы ты хотел работать. Hát most minek dolgozol akárkivel, akivel nem is akarsz, csak a pénz miatt. Зачем тебе работать с тем, с кем ты не желаешь работать? За денег? Az összeszponzorátommal baráti a viszony. Со всеми своими нижними линиями у меня прекрасные отношения. Szeretjük egymást, мы обожаем друг друга, дословно. Mert mi is akartunk egymással dolgozni. Потому что и мы хотели вместе работать с ними. A második kiválasztási pont. Второй очень важный момент. Akit te megszólítol, vagy meg akarsz szólítani, de hiteles legyél előtte. Те люди, к которым ты обращаешься, ты должен быть оправданным. Nem kell, hogy fölnézzen rád. Он не должен равняться на тебя. De mint ember elfogadjon. Но он должен тебя принять как человека. Ne legyenek a múltban olyan aférok, problémák. Не должны быть аферизмы в вас в прошлом, общие или какие-то проблемы. Mert ha vannak, akkor esetleg azt kell megoldani, utána ajánlok üzletet. Потому что если такие проблемы есть, то нужно их решить, а потом уже говорить о бизнесе. Én is több emberhez, akire én úgy éreztem, hogy csorbult régen a hitelesség valami miatt. У меня были такие люди в списке, что я знаю, что ну, не совсем правильно мы расходились в прошлом. Az teljesen mindegy, hogy az én vagy az ő hibájában. И сейчас неважно, по моей причине или по его. De nem vettem bele az első körbe. Но я их не приглашал в первом кругу. Mert nekem gyorsan kellett pénzt keresni. Я быстро должен был деньги зарабатывать. Közben kezeltem azt a problémát. Потом я эту проблему решал. És utána ajánlottam fel neki az üzletet, és itt is van. И потом я предложил ему этот бизнес, и он сегодня со мной работает. És a harmadik kiválasztási pont? И третий элемент выбора. Neked tudnod kell, hogy az illetőnek mi a nyomógomb. Ты должен знать, что важно для этого человека. Engem mindig emberek probléma nyomógombja érdekel. Мне всегда интересно то, какие проблемы, какие решения на эти проблемы у этого человека есть. Gazdag, de tele van stresszel. Он богатый, но очень полна жизнь стрессами. Лакаши тела. У него кредит на квартиру. Утаю фенуки. Он ненавидит своего шефа. Нем сэрети эс адон хиватар. Ненавидит налоговую инспекцию и постоянные проверки. Нем том не тудя вот и фордитани, де ван эй мондашом, хоть минденки о мага симкин нюмут. Не знаю, сможет ли Атакар это перевести, но есть такая поговорка: каждый создает и решает проблемы на своем уровне. И вот эту проблемку необходимо найти. Потому что это будет основой моего приглашения его на встречу. Na ez a kapcsolati tőke, barátom. Но вот это твой капитал, друг мой. Te is akarsz vele dolgozni, tudom a nyomógombját, és hiteles vagy. Ты желаешь с ним работать, ты знаешь точки его соприкосновения, и ты нормально можешь предстать перед ним. Ugyanezt a technikát alkalmaztam, 35 ember kerestem meg, és 28 csatlakozott le belőle. Эту технику я использовал, я 35 людям позвонил, 28 из них присоединилось. A 28-ból ma 4100 van. Из 28 сегодня 4100 человек. És most elérem a platinát, szélesítek tovább. Meg van időm megint. И сегодня я, сейчас я достигну платину и буду дальше идти на фронт работать. Ez nem a véletlen мű, ember. Это не случайности, друзья мои. Ez te csinálod. Это ты делаешь, ты совершаешь. Csak jó kell csinálnod. Только правильно то нужно делать. De hogyha te nem azon agyalsz, amit akarsz. Но если ты думаешь не о том, чем, чего желаешь. Az egód nem fogja engedni ezt a technikát, hogy így csinálj. Твой эго не допустит эту технику, чтобы ты так работал. Меня не фокс тут не változни. Ты не сможешь поменяться.
A múltbeli szokásaid alapján építesz. Ты будешь это строить на основании своих прошлых ощущений, прошлых опытов. És az nem biztos, hogy helyes. И не факт, что они помогают тебе здесь. Ezek után megszólítom az embereket. Потом я звоню, конечно же, человеку. A hívásom akkor nagyon egyszerű. Мое приглашение очень простое. Mindig a nyomógombjára tudok egy megoldást, ezért akarok vele találkozni. У меня есть решение на его проблему, поэтому нам нужно встретиться. Azt mondom neki, ha mondjuk lakáshitele van. Если у него кредит на квартиру, я ему звоню вот так. Szia, Oti, jókor hívlak? Привет, Татагар, я вовремя звоню? Igen. Да. Figyelj, csak azért hívlak. Я тебе звоню. Mondtad a múltkor, hogy milyen nyomás van rajtad emiatt a lakáshitel miatt. Потому что помнишь, ты говорил, какое у тебя неприятное ощущение по поводу этого кредита на квартиру. Üljünk le egy kávéra 15 percre. Нам нужно встретиться на кофе на 15 минут. Mutatok neked egy olyan megoldást. Я тебе покажу решение. Amivel kényelmesen fogod tudni fizetni a lakáshiteledet. С которым ты можешь очень спокойно и нормально платить свой кредит. Mert ezzel a megoldással emberek ezrei ezt ki tudták így. Tudják rendszeresen fizetni. Потому что у меня есть уже знакомые, которые многие могут именно такой вот таким решением платить свои кредиты. Alkalmazott. Он наемный работник. Pécsékbe dolgozik, hajnal 4-kor kell. Он работает в Reggel 4-kor kell. В 4 часа просыпается. Azt mondtam neki. Я ему говорю. Tudjátok, mi volt a nyomógombja? Он работает в пекарне, я ему звоню. Знаете, что у него было решением? Elega van, hogy a nagymamája viszi óvodába a gyereket, nem ő. Он, у него была проблема то, что его бабушка водит его детей в садик, а не он. Meg hát az szemű, ilyen kína is. Ну и, конечно, у него такие китайские глаза были уже. Не спит человек, не кота. És azt mondtam neki, azért akarok veled találkozni. Я ему говорю, мне нужно с тобой встретиться. Ő alkalmazott. Он наемный работник. Neki nem бизнес mondok, nem vállalkozás. Я ему не о бизнесе, не о предпринимательстве говорю. Hanem valószínű tudok neked egy olyan másodállást. Я ему сказал, что я могу найти тебе новую работу. Amivel ugyanazt a pénzt, mint a pénzségben meg tudod keresni, és te tudod vinni reggel a gyereket a óviba. Где ты можешь зарабатывать те же деньги, что и в пекарне, но ты можешь водить своих детей в садик. Hiába mondom én azt neki, hogy figyelj már 100 000 euróért, üljünk már lebeszélgetni, Lexus kapsz. И могу я ему говорить, что слушай, 100 000 евро в месяц, и ты Lexus получишь от компании. Érдекли őt a Lexus? Его интересует Lexus? Нет. Нет. És ez a legnagyobb probléma, hogy nem jól kommunikálunk. И самая большая проблема у нас, что мы неправильно ведем коммуникацию. Minden ember egy önző. Каждый человек эгоист. Minden embernek a gondolatai saját magájára lepülnek. Каждый человек больше всего думает только о себе. És mert nem figyelünk oda a másikra. И так как мы не обращаем внимания на других. Nem veszük észre a nyomógombokat. Не замечаем их точки соприкосновения, их проблемы. Azt látom, hogy üzletkötők, networkerek úgy egyeztetnek időpontot, hogy ami nekik fontos. Я что вижу, что бизнесмены и сетевики так добиваются времени встречи, когда им это важно. Нем, ами о másiknak. Не на то время, когда важно нашему человеку, которого приглашаем. És azt mondom neki, ha nekem a kocsi volt a célom. И что я бы говорил, если у меня целью была машина. Milyen 500 dollár? Hagyjad már, ha mondta magadat. Я бы ему сказал, слушай, так ты 500 долларов в месяц, оставь эту работу. Hát itt 50-100-150 000 dolláros kocsikat kapsz. Тут за 50, за 100-150 тысяч долларов автомобили получишь. Ne окипишься már hajnalba, elment az eszed? Тебе что, нужно просыпаться утром и какие-то рогалики печь? Ты что, сумасшедший? Nem az emberek hülyék. Не люди глупые. Te nem csinálod, hogy azt az üdvözlet, ennyi egyszerű. Этот бизнес делаешь неправильно. A nyomógomb egy kulcsfontosság. Точка вот это вот является самым важным элементом приглашения. Mert az emberek úgy működnek, потому что люди работают в таком режиме, hogy akkor nyílnak meg egy információ felé, они открываются в сторону информации только тогда, ha az érdeklődési szintjük megemelkedik. Когда уровень их интереса поднимается. Miért vagy te ma itt? Почему ты сегодня здесь? Mert valamilyen szinten az érdeklődési szinten megemelkedett, hogy mi van, ha igaz? Потому что ты заинтересовался, а что если это правда? És egy embert te nem hozol föl az érdeklődésnek a szintjére, nem fogja az információkat beengedni az agyába. Если ты не заинтересуешь своего абонента,